Вы первый глава города, который приехал нам в деревню. Посмотреть, как живут на границе не только Сочи, но и страны, главу города сельчане пригласили еще до выборов. Аибга – самый отдаленный населенный пункт курорта. Сюда путь из Адлера занимает почти 4 часа. Состояние дороги – предмет для особого разговора. Более 20 лет ее не ремонтировали. В плачевном состоянии находится и мост через Псоу. Вам правду скажем. В течение месяца мы сделаем мост. Это значит, что это будет где-то в декабре. Если к тому времени будет снег, то дороги мы в этом году уже не сделаем. Но то я хотел что сделать? Я хотел вообще-то найти технику, вот взять ДРСУ, попросить Дагомыска и даже проплатить, может быть, какие-то деньги, скорее всего, проплатить. Вот, для того, чтобы просто спланировать дорогу так, как планировали в советское время. Вот, и один раз там перед зимой, потом по окончанию зимы, то есть сделать планировку. И, то есть, да, это мы будем делать. Но... Другую проблему удалось решить на месте. Люди жаловались на плохое энергоснабжение села. Электричество здесь вырабатывает генератор, но установка уже исчерпала свой ресурс и постоянно выходила из строя. Глава города распорядился срочно изыскать деньги и до начала зимы приобрести для Аибги новый генератор, а также завести в необходимом объеме дизельное топливо. Люди жаловались на почтовое и экстренное медицинское обслуживание. После ремонта дороги, заверила руководитель управления здравоохранения, скорая медицинская помощь вновь станет доступна для жителей Аибги. Кстати, вместе с Мариной Вартазарян в село прибыл целый десант врачей. Консультации можно было получить у кардиологов, невропатологов, окулистов и хирургов. Глава города заверил, отныне так называемый автобус здоровья будет здесь частым гостем. А вот решить вопрос с почтовым обеспечиванием села труднее. Отделение Аибги нерентабельно. Вот, и постоянно в недрах адлерского почтамта рождаются вот не то что идеи, а как бы о закрытии отделения постоянно. Мне об этом думаю, ну, мы были к этому. Мы запишем письмо, это не Сан Саныч, никогда не закроют. Я сейчас подготовлю, Александр Саныч, подготовьте письмо на генерального директора Почты России о том, что у нас есть такой населенный пункт, что это очень значимый как общественно-политический объект, что он труднодоступный, и что ломать создавшиеся, уже устоявшиеся схемы ни в коем случае нельзя. На сходе говорили и о трудоустройстве местного населения. В свое время, по словам старожилов, колхоз в Аибге был одним из самых преуспевающих в регионе. Плодородные земли и отличные пастбища позволяли выращивать здесь много фруктов и разводить крупный рогатый скот. После перестройки хозяйство пришло в упадок. Глава города предложил возродить здесь фермерство и обещал поддержку, в том числе и на уровне региона. Развитие сельского хозяйства, уверены в администрации города, поможет наладить и быт людей, и решать своевременно многие проблемы, связанные с инфраструктурой. Структурой села. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Компоненты. 6 человек наши попались, да? Которых еле откачали в реанимации.